В осенний призыв этого года отправятся служить в армию более 100 славянских ребят. По уже сложившейся традиции для новобранцев была проведена районная акция «День призывника». Организаторами мероприятия выступило Управление по делам молодежи Славянского района совместно с Центром патриотического воспитания молодежи имени Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева. День призывника для будущих защитников Родины стал настоящим праздником. Совсем скоро молодые люди отправятся в армию, и чтобы подготовить их к этому важному событию, для них была подготовлена торжественная программа. Сегодня многие ребята идут служить по собственному желанию. Я закончил Донской государственный технический университет. Я считаю, что пойти в армию – это патриотично, и это поступок настоящего мужчины. Я иду с легкой душой и очень жду, когда меня уже призовут. Почетные гости, присутствовавшие на празднике, сказали ребятам много напутственных слов. Главный смысл пожеланий – быть достойными памяти солдат Победы и с честью выполнить свой воинский долг. Служба в вооруженных силах нашей страны является и являлась и будет являться всегда почетной обязанностью и долгом каждого нашего гражданина. Я хочу вам пожелать хорошей службы, хороших результатов боевой, политической подготовки. И вот вы знаете, ваш призыв проходит год 75-летия освобождения нашей родной Кубани от немецко-фашистских захватчиков. И вы должны помнить тот героический подвиг, который совершили ваши отцы и деды для того, чтобы мы жили и наслаждались этой светлой жизнью. Поэтому я уверен, что вы будете достойно служить в рядах вооруженных сил. С напутственными словами к ребятам также обратились благочинный славянских церквей, настоятель Свято-Успенского храма отец Максим, который благословил ребят на служение Родине, и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Славянского района Сергей Дьяченко. Все этапы пройдены, призывная комиссия пройдена. Многие уже знают, когда и куда уходим служить. На этот год, на который вы покинете Родину, малую родину, пойдете защищать большую родину. Я вам хочу пожелать удачи, благополучия. Главное, чтобы вы понимали, что родные, близкие вас помнят, ждут. Вы делаете первый мужской шаг, первые поступки, за которые придется одному отвечать. Ни за чью спину спрятаться там не придется. Но уверен, что шаг этот будет правильный, поступки будут верные. Год этот пролетит быстро. Ну и самое главное, хочется вам пожелать, чтобы вы здоровые, крепкие, ну, естественно, возмужалые, вернулись через год все до единого. Чтобы служба в армии началась с хороших впечатлений, призывникам вручили памятные подарки. Ярким исполнением известных песен поздравила ребят и городская вокальная группа «Гармония». После торжественной части призывники и гости мероприятия осмотрели экспозицию военной техники автошколы ДОСААФ. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».